В год волонтера и добровольца школьный актив Ленинского района решил создать новое объединение – Совет самоуправления, в который бы входили президенты и комиссары учебных учреждений муниципалитета. Инициаторы движения уверены, только объединившись, можно достичь максимально положительного результата. Сейчас каждая школа самостоятельно проводит различные мероприятия и ведет управление учебным процессом. А после организации совета появится возможность обмениваться опытом и делать более глобальные проекты. Развитие вообще школьного самоуправления на базе всех школ Ленинского района для обмена опытом, потому что молодежный совет не может всех вместить. И плюс ребятам, которые участвуют в активной жизни района, это пригодится, даже если они не останутся в организации мероприятий, им это пригодится вообще на всю их жизнь. На первой рабочей встрече по созданию совета инициаторы проекта рассказали представителям школ, в чем будет заключаться самая важная задача объединения, а именно помощи организации общественно полезных мероприятий, проще говоря, в волонтерстве, весьма актуальном сегодня движении. О волонтерстве я знаю с 16-го года, когда начала сама еще заниматься им. Нужно оно, я считаю, всей молодежи, потому что это в первую очередь бескорыстная помощь другим людям. То есть это волонтеры, это те, у кого есть добрая воля. Объединение создается при поддержке молодежного совета при главе Ленинского района. Более опытные ребята с радостью согласились помогать инициативным школьникам. Более того, плюсы в новом объединении видят обе стороны. Объединив все школы района, дай бог, чтобы это получилось, можно будет говорить уже не просто о каком-то субботнике около школы, а о глобальных таких мероприятиях, которые могут приносить прям ощутимую пользу району и в том числе молодежи. У совета самоуправления будет свой регламент, председатель и заместители. Помимо президентов и комиссаров школы района, в него будут входить по несколько самых активных представителей всех учебных учреждений.